Сегодня у Гомеля узнагородили пераможцев и удельников областного конкурса патриотичного выхования «Спадщина». Творчее спаборництво проводили в шостый раз. Навученцы и супрацовники профессийно-технического и средней специальной эдукации дослали на конкурс амаль 300 работ. Номинация 5 – доследшая литературная праца, видеоролик, хореография и компьютерная графика. Темы агульные – год малой родимы и стагоддзе створения комсомолу. Члены журы отзначают, с каждым годом удельники рыхтуются больше грунтовно, и часом вызначить пераможцев становится непростой задачей. Уровень конкурса, конечно, с каждым годом очень сильно растет, и в этом году работы были более серьезные, более такие, как говорят, солидные, да, со знанием дела, со следовательскими какими-то моментами, поэтому я считаю, что этому конкурсу быть, он весьма полезный и нужный конкурс. Я думаю, что с каждым годом количество участников будет увеличиваться. Пераможцы и удельники конкурсу патриотичного выхования «Спадщина» отримали подарунки от организаторов Головного управления эдукации облвыконкама и областной организации «Белой Руси», а так само партнеров. У их лику и телерадиокомпания «Гомель».